В одной общине диакон был, семьей своей тихо жил. Как мог, трудился этот брат, но слух прошел, что он богат. Инспектор сразу в дом к нему пришел по делу своему, сказал: «Богатство укажите и все налоги оплатите». На это диакон так ответил: «Да, я богаче всех на свете. Богатство в том, что я здоров и обхожусь без докторов. Есть у меня еще жена, она от Бога мне дана. Любовь не купишь за рубины, мы с нею в Господе едины. Хочу вам с радостью заметить, мое богатство — это дети. И их немало у меня, мне дорога моя родня. Еще, — продолжил проповедник, — я самого царя наследник. Мне царство Бог сам предназначил. Кто может быть меня богаче?» Вздохнул инспектор: «Это так, но изыскать налоги как? Все, что подарено вам Богом, не облагается налогом. Я не имею такой власти коснуться даже малой части того, что дал вам Вседержитель. Все это ваше, извините. Мы все поистине богаты, богатство наше то не злато, не жемчуг, что сгорит огнем, оно в Христе, лишь только в нем. Он отдал нам свое богатство, соединил в едином братстве, своею кровью нас сроднил, любовью всех обогатил. Слава Богу!»